А? Что, колхоз навоз. Вот здесь они будут ходить, они здесь раз и все это уходит по пене. Ну, вообще-то не дело, что мы здесь поставили. А куда ставят вообще? Ну, вообще-то сюда ставят. Так а там-то как мы можем общаться? Это в проходе. А в проходе даже ставят? Ну, у них маленькие проходы. Нет, ты нам скажи, как мы поставим, ради бога. Конечно, это подростковый этот. Рукоблудие подростковое, потому что так это как-то все не очень красиво. У нас еще такой светлый зал. А может на пол реально поставить, да и все. Сюда? Нет, вон там просто у нас еще, наверное, подлиннее будет. Или вообще тебе не нравится то, что здесь мы нагромоздили, да? А куда? Скажи. Ну, здесь будет мешать, мы проходим много людей. И разве что на пол поставить и все, по длине. И к плинтусу шнур ваш пустить? Да, да, но и в любом случае надо проклеить, потому что, ну, это... И мы там будем ходить, и они... Ну, 15 человек. Ну, здесь-то вроде пошире, чем вот с этой стороны. Нет, там вообще не, конечно. Нет, давай я все-таки со скучным схожу, мы его реально вниз поставим в колонну, потому что так высоковато. И там в углу никто и не трогает. На этот зал вот так достаточно звука хватит. И париться не будем, что у нас. Саксофон приедет, он здесь недолго походит, и все там, и постоянно будет играть. Хорошо. Все, тогда. Сейчас я схожу. Так, куда, в какое направление, Таня? Не знаю, магазин там, направо. Если, зеленый дорогой. Как, где? Если. Если там нету, то тогда... Тогда в окей, да? Нет, норма, но у тебя минут 5 от тебя. Нет, сюда. Здесь есть еще магазин, это через озеро нужно идти. А верные такие здесь, ты говоришь? Верные. Как? Верные. Все фальшивки кругом, все фальшивки. Вы подключаете или нет еще? А, да нет, пока еще ничего не поставлено. При деньгах. Что? При деньгах. Это аванс. Это только мой аванс. Да уж. Ну какой же Новый год без мандаринки? Это вкус детства. Поэтому Новый год и апельсин – это рождественские истории, вещи. Сережа. Так, ну вот, значит, два экрана, да, у нас? Левый, как бы второй экран у нас туда уходит. Это наоборот. Значит, популярной личности, значит, Сергей Шнуров, Филипп так. Бедросович. О, а они рядом стали, прикинь. А, ее надо вперед сюда. А, вот эту вперед просто поменять местами. Ну-ка. А, да. А как бы ее поменять-то? А просто ее перекинуть как-то надо. Все было у меня симпатично. А просто вручную перекинь их? Начинаю вручную, еще собьем лишний раз. Так, Ну, сейчас, погоди, давай все перекроем опять. Давай. Так, фото. Ну-ка. Оп. Сразу выскочил. Так, на второй экран переходим. Листаем. Так, все пока все правильно. Так. Сейчас пройдемся по всем. Угу. Владимир Вольфович. А это кто такая? Города Санкт-Петербург. Ну, надо. У нас много ведущих, которые берут с собой. Да ладно, даже так. Ну это диетическое что-нибудь берут они. Огурчики там кто. Тут же мясные блюда в основном. Какая разница? Должны кормить. Я не смотрю, что они едят. Мы не вегетарианцы, мы едим все. Мы все ядные. А какое у вас главное блюдо? Сегодняшнего вечера? Да. Поросенок. Поросенок? Да.
Это вы. Поросята, это вы. Ну, хоть хвостик самое. Ну, если останется. Ты хочешь захрюкать? Ну, 37 человек. Ты хочешь захрюкать, Миша? Ну, не хватит. Вернее, много будет ему, им поросенка одного. У них два. А, два поросенка? Молочных. Молочных? По-моему, я не ел молочного. Скромно сказано, да? Все лишь молочный. Мы думали, коньячный, а все лишь молочный, да? Нет. Так. Не представляешь, спиртного нет. Не держит спиртного. В смысле? Ну, так. В ресторане нет? Вообще нет спиртного. Я думал, сегодня на столах не будет. У нас же банкетные залы, как бы они приносят. Слушай, Таня, объясни, пожалуйста, если банкетный зал, ну? Почему нельзя музыку громко ставить? Потому что у нас жилой комплекс. А зачем тогда вы берете? У нас маленький ребеночек живет. А зачем вы тогда берете банкеты? А люди к нам сами приходят. А банкеты сопровождаются музыкой всегда громко? Да, но у нас не громко. А вы это обговариваете? Да, мы всем говорим, и клиентам говорим, что не громко. Даже маркер перестал писать. Клиент, больше маркера не дал. Клиент понимает до той поры, пока стопка не осушена, да? Потом понимание прекращается. Не, так это обговаривает заблаговременно же. Ну, я понял. Ну, значит, больше на медлячки будем, да, давить? Да, вообще музыку надо. Нужно более такой фончик такой новогодний. Погремите бубенцами и все. Немножечко, чуть-чуть. 23. Пусть будет добрым каждый час, прекрасным настроение, пусть повторятся много раз счастливые мгновения, пусть дарит жизнь любовь и свет, надежду и везение. Желаем счастья долгих лет. Хорошего вам настроения, скорее всего, нет? Людмила Николаевна. Николаевна, соучредитель, наверное. Шеф. А вы сегодня в образе белки? Стрелки? Кстати, знаешь, мне белки надоели. На Первом канале включаешь заставку, все время белки крутятся. Видел это сейчас? Нет. Крутится и крутится уже. Третий год подряд. Как белки крутятся? Ты, Сергей, со мной рассчитаешься тоже этими? Белками. Орешками. Фальшивками? Белками. Сколько сейчас евро? Сколько стоит евро? 68 вроде. 68-67. Ну ладно. Ладно. А вы уже на корпоратив? Да, сейчас вам скажу. Чего? А вот. А что, балет вы можете перейдется? Да, ребят. Всех. Так, а я что-то не знаю, куда он унес. Сейчас он придет. Серега, а может, Галю нашел? Серега, саксофон. А, привет, Саша, привет. Блин, либо саксофон можно вот сюда положить. Как я вот так? Это Вич, это Маша. Да-да, уже познакомились. Да. А сколько будет треков? Три. Три? Сколько будет? Не знаю. Сколько надо? Ну, не будет. Да, да. Маэстро, спасибо. Вернее. Маэстро, ты сегодня. Женя, мы. А я здесь устаю.
Браво! Второй трек включить или нет? Нет. А, ладно. Да, вот это фигуры пилотажа. Вышел. Этот баланс в медицине, науке, технике, везде. Вспомните там черное-белое, мужчина-женщина, индиане, куча-куча всяких примеров. Так вот сегодня вот эта вот точка отсчета, которая должна уравновесить. Если вот все хорошо идет, значит оно так и пойдет. Но я надеюсь, что у нас у всех все-таки год прошел очень... Ну, я бы хотела, чтобы у всех он был без каких-то больших эксцессов. Чего я хочу пожелать? Прежде всего, конечно, всем хорошего здоровья, крепкого здоровья, чтобы все в жизни можно было себе позволить понемногу, если уж на то пошло, не страдать ни от чего. И самое главное, мне кажется, что... Человек доволен собой, доволен тем, что его окружает, когда он ощущает уверенность в себе и в своем будущем. Поэтому хочу поднять тост за то, чтобы мы все были уверены в своем будущем. Let's come and change your mind.
дамы и господа. Вы знаете, сейчас по программе, по сценарию мне нужно начинать с вами застольное общение. Какое-то застольное, необременительное. Но вы знаете, это будет абсолютно бессмысленно. Потому что сейчас вас ждут артисты. Вы еще не покушали. Вы еще не готовы. Мы прекрасно понимаем, что у вас был рабочий непростой день. Но на свой страх и риск пусть это резонет по моей... Зарплате. А это тоже бывает. Я бы хотел вас действительно сейчас оторвать и нарушить ваш пищеварительный тракт. Взять и нарушить, чтобы он перестал работать. Потому что сейчас мы всех вас, дорогие наши друзья, хотели бы пригласить ровно на 4 минутки, а именно на 5, посмотреть на то, какой первый сюрприз мы для вас приготовили. И я, кладя руку на сердце, обещаю вам о том, что вы спокойно сможете покушать и отдохнуть. Ну а сейчас буквально на 4 минутки выйти на холл и встретить артистов, которые приехали вас сегодня поздравить. Да, совсем на чуть-чуть, джентльмены и дамы, мы вас пригласим. Yeah.
дорогие друзья, вы знаете, в жизни можно смотреть на три явления, только горит огонь, как бьет родник живой воды и на страсть цыганских танцев. Аплодисменты! Застольную часть у нас все только еще начинается. Добрый вечер! Площадка танцевальная открыта также для вас. Можно уже начинать танцевать. Поехали! Воу! Что такое? Вот! Все уверены в себе. Добро пожаловать на танцпол. Давайте! Девчонки, мальчишки!
Министерстве культуры прибыло к нам в северную столицу, город Санкт-Петербург. Ваши аплодисменты! Ура! Ну что, дорогие друзья, буквально 10 минут чуть-чуть перезапнем и продолжим нашу застольную связь. Я напоминаю, все, хоть еще раз начинается. Добрый вечер! Давайте танцуем! Исключение. Группировка «Ленинград».
шоу, которое сейчас мы видели. Так победили чуму в Европе. Это самое цель. Это прекрасный инструмент. Это и маска хорошая, а глубина, когда не Yeah!
громче овации! Спасибо! Ну что ж, вот такое волшебство, такая иллюзия, такая магия сегодня побывали у нас в гостях, и все это для компании Aeromed. Аплодисменты еще раз! Друзья, кстати, у меня был абсолютно банальный вопрос. Как ваше настроение? Ай, молодцы! Друзья, но я спешу сообщить, что мы на этом не заканчиваем. Друзья, ровно 5 минут перерыва и продолжим наш праздник. Друзья мои, мы только начали еще веселиться, а вы тем более. Поехали! Давай ты с высоты песенку поставь. Друзья, ну а пока вы не разошлись, я думаю, сейчас легкий беднячок для наших лучших пар, так что джентльмены, приглашайте дам на наш праздничный танцевальный олимп, если у вас еще есть силы романтизма. Композицию «Высоты с высоты» для вас. Павел, вы мне поможете? Спасибо большое, маэстро. Все для вас. Все с любовью и с наилучшими новогодними пожеланиями. Группа «Браво» с высоты для вас.